С завтрашнего дня в Белореченске начнутся работы по ямочному ремонту асфальтированных дорог. Ранее специалисты отдела городского хозяйства комиссионно проверили состояние дорожного полотна на городских улицах и выявили около 200 квадратных метров поврежденного дорожного покрытия. В первую очередь обновление требует дороги с наиболее интенсивным движением транспорта по улицам Мира, Гоголя, Победы, а также Полевой и автомобилистов. Работы по ямочному ремонту дорог планируется выполнить в максимально короткие сроки, чтобы не создавать неудобств участникам дорожного движения. Однако автомобилистам необходимо обращать внимание на предупреждающие знаки, которые будут установлены в ходе ремонтных работ. Уважаемые жители города Белореченска и гости, в ближайшее время мы планируем начать ямочный ремонт наших дорог. Поэтому мы хотим извиниться за временные неудобства, попросить терпения, чтобы мы в зиму вошли с хорошими дорогами. И если есть возможность сообщить о существующих ямах, обращайтесь в администрацию города.